Всем привет! Это канал Pocket Go. И сегодня мы будем эволюционировать самого труднодоступного покемона в линейке Pokemon Go. Знакомьтесь, Gyarados. Why don't you meet me up in Tokyo? Итак, друзья, давайте приступим. Мне понадобилось около 12-13 дней для того, чтобы собрать эти 400 Magikarp. Из всех я оставил самого сильного. Это единственный Magikarp, который 123. Вы представляете, сколько я поймал их? И это единственный, у кого самый большой комбо пауэр 123. Посмотрим на это детище, которое забирало столько много времени. Но это один из самых больших покемонов вообще в игре. И давайте посмотрим. Вот он, наконец-то долгожданный наш Russian Bolt. Именно так я его назову, и именно этот Russian Bolt будет висеть на всех вышках Америки. 1400 Combat Power. Ребята, 123 было у Magikarp, и 1406 у нашего Gyarados. И давайте мы его улучшим. Смотрите, у нас есть 40 конфет, и всего лишь нужно 2,5 звездные пыли, 2 конфеты. Кстати, я знаю, если я не прав, поправьте меня в комментариях, это покемон, который больше всех набирает силы при его улучшении. Давайте проверим. Прошлая серия Пикачу брал 26 за каждое улучшение, плюс 37. Итак, мы его только могли, к сожалению, один раз почему-то улучшить. Я думал, это обновление связано с тем, что улучшать его больше не... Так. Еще раз, еще плюс 37, смотрите, 1517, больше, еще, боюсь, не хватит у нас звездной пыли. Да, еще на разочек мы могли бы его улучшить, но, к сожалению, мне не хватает звездной пыли. 3000 нам нужно до следующего улучшения, 3 конфеты. Ну что, ребята, вот она эта вышка, которая у нас не состоялась вчера, и давайте мы сегодня испытаем Raichu и поставим туда Russian Bolt. Знаете, в Америке очень часто можно встретить русских, и думаю, они меня поддержат. Поехали. И вот, друзья, это вышка, которая рядом с моим домом, которую я уже захватывал. Там стоял Russian Bro. Давайте туда поставим другого нашего парня. Итак, давайте посмотрим, кто у нас стоит. Гипно и Электабус на 881. Ну, конечно, мы эту вышку заберем с легкостью. Первый у нас идет Russian Bolt. Боюсь, он в одного заберет всю эту вышку. Так, ну смотрите, я не скажу, что он очень много отнимает. Что у нас с суперсилой? Ха! Беру свои слова, брат. Неплохо. Давай-ка в одного не будем справляться, потому что нам нужно еще оставить место для Raichu. Но в любом случае, если что, мы его потренируем на нашей уже захваченной вышке. Ну что, Гипно, спать сегодня ты идешь. Ой-ой-ой, и вот он, Raichu. Ну, на пару ударов нам хватит. Итак, забрали мы эту вышку. Нет, еще один раз. Ну что, поехали. Raichu против Гипно на 1115. Давай, дружище. К сожалению, ребята, я еще пока так и не научился уворачиваться. Если у вас есть какие-нибудь идеи в этом плане, можете посоветовать. Смотрите, Raichu не так много, не так силен, как оказалось. Ну да ладно, нравится мне суперсила. И вот мы забираем эту вышку. И теперь, внимание, смотрите, кто у нас стоит. Довольно-таки Russian Bolt. Да, ребята, именно теперь Russian славится на этих просторах. Захватили мы эту точку второй раз. К сожалению, видимо, я один в этом районе из желтых. Теперь Russian Bolt там будет постоянно, как я только буду выезжать отсюда. Выезжаю отсюда каждый день. Ребят, это был канал Pocket Go. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Пока!